Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру DC World Collide. Ну что, у нас пятый день, забираем с тобой 1000 кристаллов. Еще 2 дня, и Валентин будет наш. Вот что я тебе могу сказать. Так, бюллетень. Это что такое? Лучший челлендж рекорд. Не понимаю, что это такое вообще. Какие-то новости. Так, зайдем в магазин. Значит, бесплатно. Все, что дают бесплатно, надо забирать, согласись. Так, и недельный пак. Это мы все забрали. Забираем все, что у нас тут дрон наприносил. Неплохо. Что-то у нас... Так, заберем с тобой награды. 800 жетонов. Это, видимо, за арену, скорее всего, мне дали. 300 жетонов. То есть я могу здесь приобрести что-нибудь. Ну, что-то пока неохота ничего. 1300 жетонов. То есть мы можем взять с тобой, ну... Не знаю, мне Лекс Люгер бы, конечно, не помешал бы. А вот этих у нас пока нету. Таких жетонов определенных. Здесь у нас ежедневочка. Здесь то же самое. Отдайте, пожалуйста, мне кристаллы и вот это вот. Осколки. Сундук. Так. Здесь-то что? Я вот не могу понять, что они мне вот показывают здесь. Нету у меня этих 40 карточек. Нету. Вот, кстати, стрела. Вот он, двуликий. А вот это я не могу понять, кто. Так, посмотрим. У нас есть, да, новые задания. Ну что, я отправляю, наверное, команды. А тут можно сделать, чтобы... Да, можно сделать автоматом. То есть не надо даже париться. Выставляешь, он сам подбирает лучших, как говорится, персонажей и отправляет их. А что это я сейчас сделал? Ага, какая-то рамочка, что ли? Мы можем, короче, там в комнате, я так понимаю, вот купить плюшевую мишку положить, да? Чтобы он там лежал. То есть украсить комнату. Так, подожди-ка, тут, по-моему, что-то было у нас. Что-то созрело. Нет? Вот. Да, ящик. Ящик созрел. Ну что, сможем мотоцикл наш прокачать или нет? Ага. Коллекционные карточки нам нужны. Вот эти вот, я так понимаю, голдовские. Ну что же, пока такой нет возможности. Можно пойти на основную. Можно зайти посмотреть, какой сегодня. А, до сих пор еще фонарь все-таки, да? До сих пор еще фонарь у нас. Дэдшторм. Супервумен. Джонни Куик. Ультрамен. Овлман. Дешевая пародия Бэтмена. А здесь? А, мы, кстати, здесь тоже. Давай-ка попробуем. Мы все-таки немножечко подраскачались. Где тут мощь? 14700. По идее, мы должны здесь справиться. А у нас, насколько я помню, 16 тысяч мощей. Даже 17 тысяч. В принципе, здесь мы должны с ними... Я не поставил, блин, мотоцикл, забыл влепить. Ладно, ничего страшного. Мне не нравится вот что Грот, наша горилла здоровая. У нее очень маленькая физическая атака. По идее, такой амбал должен бомбить, будь здоров, но... К сожалению, ничего
не выходит. Блин, Бэйн этот достал. Есть, наконец-то мы его наказали. Вот это, конечно, глупо. Делает суперудар ради того, чтобы... Блин. Капитан Холод у меня погиб. Сбили всю защиту. Давай, Бэтмен. Наказывай. Сделал свой суперудар. Франк. А Франкенштейн вообще, если честно, откуда? Я не помню в DC, чтобы какой-то Франкенштейн был. Я помню там вот крокодила, я помню. Я помню слизь, я помню пугало. Но чтобы там был Франкенштейн. А, там был какой-то здоровяк. Но его же не Франкенштейн вроде бы звали. Так, давай посмотрим, что у нас тут. В принципе, с этой командой тоже можно справиться. Я все-таки кое-кого заменю. Мне что-то как-то не особо устраивает Грот. Блин, 16 уровень. Ну, мне даже некого поставить взамен, понимаешь, в чем дело? Давай так, может быть, попробуем. Что из этого получится? Смотри, какой-то чувак интересный. А вон как, кстати, Константин. Что он делает? У него массовая атака. У Константина. Естественно, как всегда, он со своими карточками тут практикует. Что-то этот парень тоже не особо силен. Не, ну понятно, танки, они есть танки. Они на себя принимают, в принципе, всю мощь врагов. Потому что это передние фланги. Константина-то могли бы рубануть бы уже, в конце концов. На, упал. Крок тоже упал. Капитан Бумеранг. На, в лоб. Есть. Слушай, довольно неплохо. Интересно, на следующий уровень мы сможем пройти? Я не вижу... Блин, отравление. Я не вижу мощей сколько. Так, он защиту делает... А, он все равно на передний ряд вешает защиту. Но это же круто. Ух. В немоту отправили нас. То есть, когда немота висит, мы не можем использовать свои... ультраспособности. Так, Франк вражеский погиб. Эту девчонку тоже отдуплили. А пугало живучее, посмотри. Да хорош, ты успокойся. Стрелки у него, смотри, этот. Охотница, ох, нифига она пробивает. Все, я потерял Франка. Франкенштейн потерян у меня. Опять 25. Давай в задний ряд бомби. Кому-то крышка, да? Это охотница. Слушай, ну он, конечно, вот то, что он сзади стоит и бомбит без остановки, это, конечно, круто. Я такого тоже себе хочу. Так, можем ли посмотреть, сколько там чего? А, следующее. Блин, нам чуть-чуть не хватает, друзья. Блин, 17354 мощей. А что, если я чуть-чуть подкачаюсь? Чуточку. И потом пойдем туда. Левел ап. А я же не смогу, или могу? Могу, ребята, поднять уровень. А вот дальше не хватает у меня вот этих жетонов, которые нам нужны. Так, забираем коллекцию. А мы 6 уровень-то еще до сих пор не получили? Наверное, еще нет. Так, котейка.
6:30 нужно пройти. А, так у нас уже 9 уровень, господи, чё я? У нас уже 9 уровень, так что нормально все. Ну что, пойдем, наверное, на 5-4 сбегаем, посмотрим, что у нас тут. Какие противники? Так, это моя команда. Я, наверное, думаю, что вот этого паренька надо будет прокачать. И, скорее всего, капитана Миррора тоже нужно будет качнуть. Так, ну пока вот такой командой будем. Естественно, у них 9000 мечей. Против нас им не сразиться, ничего у них не получится. Тут по одной плюшке они готовы. Давай сразу на следующий уровень. Тут можно даже скорость троечку поставить, чтобы моментально с ними тут разобраться. Никаких проблем вообще с уничтожением здесь нету. О! Тут Крок. Я смотрю, да, и плюс. А Крок здесь у нас боссом. Плюс пингвин. Так, он опять поставил на себя это отражение. Или это защита, я так не помню. Ну, это протект, скорее всего. О! Да, он получает намного меньше урона, когда стоит под этим зонтиком под своим. Но об этом он ему лично отомстил. Так, сейчас, по-моему, Грода мне завалят. Вот как по мне, я считаю, что Франкенштейн, он самый мощный пока именно вот по нанесению урона из моих вот персонажей. А, Бэтмен еще, да. Идет, идет еще главное своим огнеметом. Давай. Есть. Ну, прошли. Сразу переходим на следующую стадию. Тут за 3 секунды просто разобрались. С этими то же самое будет. Ну, главное, опыт получаем, монеты получаем. Так, а тут у нас Куин. Константин. Слушай, у него массовая атака, но не очень много отнимает здоровья у нас. Хотя бы за это спасибо, да? Константину, по-моему, сейчас будет кранты. Что это тут они? Ох! Давай на двоечки посмотрим. Ну вот этот удар у Куин массовый, когда она залетает в группу и начинает кувалды свои мотылять. Это, конечно, да. Это круто, на самом деле. Следующая миссия. Ага. Что-то новое фьючер. Что это такое? Так, мы что-то новое открываем. Ага, вот что. Эльсил Ворлд. Ух ты. Что же это у нас такое? Энви. Рекомендуются характеристики. Ну, персонажи вот такие вот. Это я не помню, с ним драться что ли или что? Противники, противники. Ну давай. Франкенштейн. Интересно. То есть, почему мне вот таких дают? У меня же таких нету, а мне их дают. Давай-ка мы, наверное, кое-что поменяем. Давай смотреть. Так, на первую скорость поставим, потому что тут есть новые бойцы, которых у меня не было. Например, вот это кто такой?
Слушай, неплохо. Тут еще ребенок Флэш. Ну-ка, что у нее там? Нифига он. Фига, защита, смотри какая, массовая. Обалдеть. Вообще мизерный урон получаем. Смотри. Еще и хиляемся при этом. И этот захилял всех. Вот это крутая команда. Вот как вот против такой драться, прикинь. Это, кстати, синергия, я так понимаю, да? Полная причем. Ну. Так, поставил блок. Это круто. Забежала она там, побомбила по всем. А этот еще вытягивает здоровье и хиляет. Прикинь, команду всю. Вот такого хочу чувака себе. Крутой, блин, серьезно говорю, крутой чувак. Ага. Сейчас захиляемся. Нам нужно уничтожить Франкенштейна, насколько я понял, да? Все, опять команда в неуязвимости, так скажем. Мы уже одного подбили, я смотрю, да? Да уничтожьте его, бадгерл эту. Почти, почти уничтожили. Слушай, вот с этим что-то мы тут паримся вообще. Во-первых, у него здоровье так медленно отнимается. Опять хиляемся. А ты можешь что-нибудь бомбить против них, а не только хилять нас? Женщина-кошка тут. То есть, такое ощущение, что он просто берет на себя провокацию. Они почему-то бомбят только его. Так, захилял. Е! Они лишились танка. Ну все, я так чувствую, им кранты сейчас добьет. Куин. Всех. Что и требовалось доказать. Ну, допустим, мы прошли. Так, защита 30%. Шанс крит удара 15%. Давай, наверное, шанс крита повысим. Так, что, должен еще, да, пойти? Баф. А, ну это баф, который мы с тобой получили. Капитан Холод. 36 уровень противников. Но тут, я думаю... Да и тут, в принципе, можно победить их. Единственное, что надо будет поставить, наверное, максимальную скорость. Потому что, ну, слишком долго мы их тут бомбим. Как он влупляет, ты посмотри. Так, загадочник тоже имеет массовую атаку, да? А, он еще, смотри, он замедление, ой, замедление делает молчанку на нас. Вот он что творит. Загадочник, то есть немоту накладывает. Так, капитан Холод готов.
Мне вот это нравится, удар. Колбасит. А, все-таки он делает массовую, ну как, скоростную атаку, но, правда, на одну только цель. Так, ауру какую-то появилась. Ну, я так понимаю, это защитная аура была. Да подбейте вы вот этого. Осталось-то у него тут хп, блин, шиш, да не шиш. Е, молодец. Хотя, по идее, так если посмотреть, как тут может быть синергия, если они из разных стихий, да, например. Куин, она сюда вообще никак не вписывается. Куин больше вписывается к двуликому, да, например. Кто там у нас еще есть? К пингвину, вот. К злодеям. Все, здесь мы тоже разобрались. Так, победный баф. Там сундук еще. Ну, слушай, мы тут будем долго, ребята, наверное, бомбиться. Я лучше, наверное, это сделаю за кадром. Так, а вот это что у нас еще тут? А, это же у нас арена. Новый сезон начался. Руки один. Челлендж. Ну давай вот этого возьмем. Ключик потратим. У нас все равно, ребят, команда вроде бы более-менее мощная. Да, я думаю, здесь будет победа за нами. Она должна быть, друзья, за нами. Так, мотоцикл добьет Франка? Да, он обоих тут уничтожил. Ну, Бэтгёрл-то, что вы на нее там любуетесь-то? Хантерс готова. Бэтгёрл тоже практически, ребят, готова. Ну и остается Бэтмен. Они его сейчас быстро заколошматят. Есть, подбили. 150, как тебе? Элита 2, я перешел на элиту 2, друзья. Тут какой-то подарочек меня ждет. Оп. Элита 1 ждет, ну тоже не кислый подарок. Ага, 11-15 я должен... 11-15, ты прикинь? Что там, Китти? Билетик мне даешь, да? Спасибо. Чего там 120 минут? Так, что-то... Ох ты. Забрал коллекцию. Так, забираем еще здесь. Один ключ выпадает нам. А что это там выпало? Я так и не успел даже посмотреть. Подожди-ка, ну это же не пройдено у меня. Вот пройдено, да? Билетик. Прокачать... А, тут нужно прокачать... До 5 уровня или что? Или 5 персонажей до 40-го? Что-то непонятно пока. Пройдите Gotham City Clear. Ладно, переходим в характеристики наши. И... Давай-ка, наверное, вот этого парня прокачаем. Дедшота. Так, новый скилл мы ему там открыли, я так понимаю.
30 уровень получает. 40-й. Так, не хватает ресурсов. На 6-м ранге открывается, что там у нас? Просто хочу посмотреть, как он будет себя вести. У него идет резонанс с Black Manta и плюс у него с Queen и с акулой. Это если они вдвоем будут. То есть какие-то определенные синергии, да? Black Manta ранг ап. О, 4 звезды. Прокачка скилла. Капитан Бумеранг, ну слабый, слабый, что тут говорить. А женщина-кошка вообще слабенькая какая-то у нас получается. Повысить можно ранг? Можно. 10 карточек есть, поэтому вполне заслуженно он, ребят, повышает уровень. 4 звезды. До 2 уровня скилл получил. Так, ну что? Мало бойцов, хочу больше, ребята, хочу больше бойцов себе. С Гродом он вместе с... Хорошо. Это забираем. Так, 10 уровень мы получили. Награда за 10 уровень, так, за 11, за 12. И так далее. Тут-то что у нас? А у нас нету. Зачем вы мне показываете? 5 карточек. А сколько, интересно, нужно для того, чтобы его открыть? Давай возьмем. Я не знаю, сколько нужно карточек для того, чтобы открыть этого персонажа. Поэтому, наверное, будем покупать Лекс Люгера. Фух. Погнали. Так, 5-10. Так, вот теперь я хочу убрать Грода отсюда. Этого поставить сюда. 60 уровня. Нифига он у нас. Заодно посмотрим в деле его. А, ну тут-то фиг ли смотреть в деле тут. Стадия 5-10. Тут-то все быстро пройдет. Вообще моментально пробегаем. Так, вот здесь вот надо уже посмотреть. Ну, давай, 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 посмотрим. Этот пока просто стреляет. Я посмотреть хочу на его ульту. Нифига он. Обалдеть, этот гранатчик со своими массовыми атаками. Ай, капитан Холод погиб. Ну? Что он сделал-то? Слушай, по-моему, это не тот, про которого я думал. Я думал, что это стрелок, а это какой-то ватник. Если честно, это какой-то ватник, ребят. У него такой урон ничтожный. Тьфу. Прокачал тоже на свою голову. Что-то я как-то неудовлетворенно себя чувствую. Это у нас кто? Дедшот, а там кто? Да-да-да. Тут он хорошо выпендривается. В игре бы ты так стрелял бы. Ой, ой-ой-ой.
Поджог повесили на нас. Зашибись. Еще играть не начали, уже почти здоровья нету. Ну-ка, давай мотоцикл. Слушай, мотоцикл очень хорошо бомбит. Вот не зря мы его прокачивали. А этот у нас капитан Холод, он, наверное, еще получает урон от огня усиленный, да? Потому что, ну, как ты понимаешь, огонь топит лед. Ну, этот дает там факер шивы, а? Ты посмотри. А почему мы Супермену вообще не нанесли урона? У него, видимо, какая-то аура стояла, защита. Давай смотри, что делает. Не знаю, что тут получится. Жестит он, конечно, офигеть как. Вот сейчас мы ему хорошо пропечатали. Что ты делаешь? Это что ты? Какую-то эту, я не знаю. Видишь, они все отмечены целями. Может быть, повышает атаку? Фу. Ребята, прошли. Блин, зачем я дальше-то нажал? Ё-моё. Ну вот видел он в солдата сколько выстрелил. Какими-то ракетами стреляется. Тут-то понятно, тут с ними легко мы справимся, потому что нет таких тут противников. Давай дальше глянем. Здесь тоже быстро, поэтому на третью скорость ставим. Мне вот интересно, где здесь можно фармить карточки. Ну, как вот, например, в черепашках мы проходим определенный уровень, да, мы можем фармить карточки. Где здесь? Ой-ой-ой, зеленая стрела это. Вот это, конечно, у него тоже мощная атака, блин. Трэш. Он и замораживает. Еще там что-то только не вытворяет. Бейн этот непробиваемый, блин. Так, давай вот этого ханурика уничтожь. Так, я так понимаю, капитану Холоду кранты пришел, да? Точно. Нас еще всех застанили. Это Бейн делает. Это все сделал Бейн. Франк, живи! Опять массовая атака. Я вот не знаю, сможем ли мы здесь сейчас... Ну что это? Ну что это за выстрел такой? Open fire, открыть огонь. Знать бы, что он делает. Давай, давай, давай этого халабуду. Есть. По-моему, он повышает крит. Крит урон, когда он делает вот эту вот... Наводит цель. И отмечает их мишенями. По-моему, повышает крит атаку. Так, ладно, с этим разобрались. Переходим на вторую волну, смотрим. Здесь тоже быстренько пробежим. Естественно, это все нужно мне для того, чтобы заработать и монеты, и опыт. Для того, чтобы прокачивать дальше моих бойцов. 5.20, да? То есть, получается, это последняя, что ли, стадия? Так, Пугало и Бэтмен. Я офигею, я не... только начал играть. Все, капитана Холода, ребят, смели. Жесть какая-то.
какая-то жесть творится. Ты посмотри. Франкенштейна, походу, дела сейчас просто уничтожат мне. Упал. Бедолага. Нет, это, конечно, хорошо. Сейчас должно вот это вот. Да, с массовой атакой. Ух. Есть бы. Блин, я думал, что Бэтмена завалили. Кто кого? Давай. Давай, давай. Нет, не надо. Есть. Трындец. Просто трындец, ребят. Так, а нам тут чуть-чуть осталось, да? 5.22, 5.24, но... А, тут еще 5.30 даже. Не, я немножко разочарован в нашем... Не того я прокачал. Видишь, надо было кому-нибудь... Вот ее, конечно, прокачать было вообще шикарно. Насколько я помню, мы же можем заточить... Максимально взять. Ага, плюс 5. Крит плюс 12. И бонус атак плюс 6. И у нее еще хил и крит. Но зачем вот ей хил и крит, я, честно говоря, не особо понимаю. А тут зата... Ага, вот это вот можно... А почему-то вот это затачивать нельзя. Не знаю, с чем это связано. А вот здесь можно. То есть денег не хватает. Кто-то спрашивал. Это, ребят, действительно не легендарно. Это эпическая карта. Легендарок у меня, получается, вообще ни одной нету. Это эпик. А это элитка. А легендарки, ну ты сам видел, что такое легендарки. Это Супермен. Этих ребят у меня вообще еще пока нету. Так, Котя, давай. И мы же можем что-то же... Я же получал билеты, да. И вот это что такое? Пока не работает. Пропускаем. Тьфу. Солдатик. Да вы серьезно, что ли? Роботы эти никчемные. Бумеранг. А нового не дадут, да? Ай-яй-яй-яй, как же вам... Как же вам не стыдно? Не дать рейчику нового персонажа. Ты посмотри на них, а? Слушай, ну у нас уже мощей 18214. Все равно мало, согласись. Все равно мало. Вот эта карточка лучше, чем вот эта. Это шанс повышается больше. Так, что я хотел сделать? А что за приключение? Так, приключение это было. Ха. Вот это у нас пройдено, да? Пройдено, мы все получили. А вот здесь нет. 5.30, 5.30 нужно пройти. Все, пошел я, короче, проходить 5.30. 5.30 это будет вот здесь. Еще попробуй пройти твою налево. Хочу еще технологию себе. Какую-нибудь. Надо было холод, наверное, убрать. Капитан Холод. Но здесь раскромсали, понятно. Здесь довольные все, счастливые.
5.23. Это еще 7 стадий проходить. Ёк-махрёк. Вот что вот такое означает, что на нем. Видишь, даже не написан какой-то дебаф или еще что-нибудь. Так, Супермен. Вот это вот, конечно, я не понимаю. Какой-то цветочек берет, накладывает. Заморозил. Просто заморозил нам чувачка. На. Он что так выглядит? Ублюдский, если честно. Да? Как зомбарь какой-то. На, Супермен готов. Я бы даже сказал, не Супермен, а анти-Супермен. А вот это вот мне не нравится. Это, во-первых, поставил себе защиту. Но... Не чтобы в задние, по задним целям бобить. Может быть, я сам могу, конечно, устанавливать это все, да? У нас же стоит автобой. Или я не могу как-то повлиять, куда она будет бомбить своим суперударом. Наверное, не смогу повлиять. Так, ладно, здесь легко. 5.26. На 60 уровне так бомбит слабо, блин, я не знаю. Может быть, конечно, потому что у него нет нормальных шмоток, которые наносят отличный урон. А что, у меня уже больше нет вот этой штуки, да? Ежедневки. Ой, опять этот факирщик. И плюс этот. Зашибись. Что-то вот этот чувак меня вообще напрягает конкретно. Там холод готов, разобрали его. Ёк-макарёк, чё творят, а? Да кого ты, на кого ты супердарда потратил, блин? Все не то делать, что нужно. Все, Франкенштейна убили. Я, ребят, остался без танков. Я остался без танков, значит, тут уничтожить. Скорее всего. Да ну что ты, ну Бэтмен, ну добить не мог эту хонорку, что ли, ё-моё. Давай, 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 этого огнеплюя. Блин, он слишком жесткий. Ага. Давай, Бэтмен, не подведи. Отлично. Блин, с горем пополам. Так, давай посмотрим, это у нас получается. Нам нужно 5.30 же, да, прийти? Два этапа. Всего два этапа остается. Или Грота лучше взять. Вместо Капитана Холода. Так вот я сделаю. Что так, просто Капитана Холода очень уж быстро вырубает. Очень быстро. Посмотрим, как Грот будет себя вести. Причем не забывай, что он еще идет как этот, дебафер. Так, и последняя, так понимаю, стадия. А, нет, не последняя, предпоследняя. Сейчас будет какой-то, наверное, боссик. А на последнем этапе мелкий Супермен, старший Супермен, да? Весело они тут начали. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут получится. Такой смешной урон получает Супермен. Давай, 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 мотик. А старший он даже и не босс, он так, просто моб. Фига себе ты. Зашибись.
Я в шоке просто. Что сейчас тут произошло? А что это он рис... Прикинь, он ожил обратно, и мы по нему даже урона не нанесем. Потому что на нем стоит, видишь, какое-то... То ли отражение, я не знаю, что это означает. Все, этот сгорит у меня. А слушай, не сгорел, кто-то его подхилил чуть-чуть. Франкенштейна. Я не знаю, правда, кто, но кто-то хильнул, потому что у него было вообще здоровье мало. Да сделайте вы массовую атаку, так, господи, я на нее, я вот вся надежда только на нее. Понятно. Объясни, с какого перепуга они по два раза ходят-то, а? Все, Бэтмену хана, ребят. Пипец. Да что-то со своей этой фигней это уже не поможет нам. Надо Грода убирать. Не подходишь ты сюда, парень. Блэк Манту взять. Блэк Манту. Давай так попробуем. Скоро ставим троечку. Да. И вот сейчас начнется вот этот расколбас. Вот. Ну это вообще, это просто, что это было? Просто лучами лазерным берет и уничтожает. Сейчас у него, сейчас мы его подобьем, он рисанется с защиты, смотри. Вот. На один ход у него, ребята, защита, то есть он возрождается. Ну ты, Манта, ну... Так, подожди, не хочу накаркать. В кого? Да что-то типа того же у нас и было в тот раз, в прошлый. Тебе не кажется? Один в один. Я не могу, прям меня бесит это. Ребят, надо как-то прокачивать. Твою налево, блин, характеристики. Как-то надо что-то сделать, блин. Я даже не знаю, что сделать-то. Поднимем уровень, может быть. Так, что-то у нас там, что-то мы выполнили, да, я так понимаю. Заберите награду. Здесь, что ли? Ага. Так, это у нас на 20 карточек здесь. Непонятно, какие-то камни. Так, дай-ка сюда зайду. Арена. Ну, арена нам здесь ничего пока не даст. Чтобы такое прокачало нам. Вот здесь вот, конечно, можно попытаться. А он будет постоянно все мощнее и мощнее становиться. Ведь так? Конечно, так. И вот здесь тоже хотелось бы, конечно, получить вот этот сундук. Давай попробуем. Так, вот это выбираем. Колду ставим сюда. Ну, у нас 19 тысяч мощей, как ты видишь. 19 тысяч. Как бы мы, получается, посильнее, чем наш противник. Но насколько, сейчас будем смотреть. Так, загадочник. Эть! Да валите вы этого чудик-то. Захилял.
Он еще хиляет этот малой так много. Я имею в виду этот ребенок Флэша. А, мы сейчас Франкенштейна вражеского уничтожили. Ну вот, совсем другое дело. Здесь хоть нормально все получается. Колт. Колт отлично, ребята, ставит защиту. И я так понимаю, здесь победа будет за нами. Да. Сколько нам еще нужно там пройти? Сейчас глянем. Так, нам нужно завалить зеленую стрелу. И потом уже будет... Сколько мы еще? 18 тысяч. Ёк-макарёк. Ёк-макарёк, 18 тысяч. Ладно, ребята, у нас 19. Все-таки немножко мы действуем с перевесом. Ага, у него тоже капитан Холод. Вот это, конечно, вот это жесть. Когда начинает зеленая стрела выпендриваться. Одного, мы уже одного вырубили, это круто. Капитан Холод тоже упал. Так, пугало отгребает. Слушай, по-моему, все, тут им кранты. Если, конечно, что-то круто здесь не поменяется. Есть. Стрела подбита. Делаем дебаф. Усиление. Минус. И остается Робин. Робин готов. Ну что, прекрасно. И последняя миссия. Эй! Вы... А вы не припухли ли тут, взяли, блин, всех этих? Прикинь, они делают по выстрелу, и моего Франкенштейна практически уже не осталось. Мы вообще будем сегодня делать какие-нибудь супер... О, ну наконец-то, блин. Жестит. Так, первый ряд мы разобрали. Но у нас тоже нету первого ряда, кстати. Ты достал, ну... Да. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Заколебал он просто, заколебал. Ты видел, что он делает? Своими лучами... Прямо меня... Такс. Давай фонаря попробуем бомбануть. Надо Франка, наверное, было прокачивать, надо и все. Но... Да... Вот как начнут бомбить, и все, ребят, без остановок просто. Одна за другим. Есть. Это невозможно, кричит этот хмырь. Все возможно. Это какой уровень? Второй у него или первый? Хорошо, так мы ему сейчас... Вот, вызвал, блин, трех, четырех суперменов. Четыре супермена, ну, голограммы я имею в виду эти. Так. Мне вот до сих пор непонятно, кто у нас вообще здесь хиллер. И есть ли он в этой игре. Так, одного подбили, да? А, нет, даже двоих суперменов подбили. Ну, голограмм. Вот он опять их забирает. И сейчас будет делать суперудар. Франк, давай, 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 родной. Так, три полоски здоровья у него осталось.
Ну, как всегда, опять вызывает этих дурех. И мой отряд почему-то сразу переключается на них. Нет, чтобы бомбить его. Нет, он... Еще вытворяет. Вот такую мощную атаку он тратит, блин, на эту охламонку, а. Бэтмен упал. И он... Ё-про-сэ-тэ. Прикинь, последний полоска здоровья. Нет, тут вряд ли у нас уже получится, потому что эти забомбят просто нас. Да, Франкенштейна сейчас, походу, уничтожат. Ну и остальных тоже. С каждой по прыжочку сделал, и все, ребят. Трэш. На последней полоске. Слушай, ну смотри, награды-то мы получаем, как ни крути. Да, награду мы получаем. Фу, где же мне прокачиваться, а, ребят? Так, Китти. Что это он мне дало? Непонятно, что-то подсунуло. Галерея. А, мы тут еще какие-то странички где-то находим. Открываем страничку и, видимо, что-то... А, 200 кристаллов будем получать. Эпические элитки. Блин, ну как же быть-то, а? Да, Франк, вот что-то у нас не получается как-то. А если вот, например, мы идем на сюжетку, я могу старый как-то... Нет тут такой возможности, друзья мои, старые уровни перепройти. Ну ты понял, да, к чему я говорю? То есть как в черепашках можно вернуться на старый и просто попробовать их пройти. Такого здесь нету. В гильдии пока вообще, ребята, не пойму, есть кто-нибудь. По-моему, нету никого. Я один. Еще никто не зашел. Так, это я так понимаю... Босс... Которого должны все бомбить. Ну, клановый, так скажем. Ты-то что пришел сюда? Тебя кто звал? Явился, тут не запылился. Файт. Ребята. тысячи. Моще, вы серьезно? Давай посмотрим, как он меня просто раздавит. Как клопа. Ай, это будет что-то с чем-то. Это будет, ребята, что-то с чем-то. Посмотрим, просто по удару делает. Пару ударов нету бойца. Пару ударов нету бойца, зашибись. Что утворяет, а? Я в шоке. Просто в шоке. Как тебе такой расклад? Тут вот что-то будет копиться, здесь копиться.
Да, интересно. Ну, понятное дело, это рейдовый, ребята, босс. То есть, клановый даже, я сказал бы. То есть, мне одному, естественно, его ни за что не забомбить. Как бы я тут не пыхтел и не старался. Тогда у меня другой вопрос. А где же я должен прокачиваться? Ну, за счет чего? Вот как мне, например, там, поднять мощь? Денег нету, да? Ну, удержитесь. Камней вот этих тоже у меня нету. Где хотя бы их фармить или заработать можно? Дальше сюжетку я пройти не могу. Так. Это Main Stage. Это меня не интересует. Давай смотреть тогда. Это мы получили. Здесь у нас тоже получено. Здесь нужно пройти 6.15. Соответственно, я не смогу это пройти сейчас. Здесь получены все награды. Здесь нам нужно, соответственно, пройти 5.30, чтобы я мог дальше сюда двигаться. То есть это мы тоже -то с тобой исключаем. Тут этого я пройти не могу. А очень хочется. Кстати, если мы пройдем, мы получим награды. Блин. Давай еще раз попробуем. Вдруг получится. Блин, ну 39 уровень, а? Ну прям жизнь какая-то, а? У них красный, да? А как у нас идет против красных, идут синьки, хорошо, да? Синьки. У меня синих-то не так уж много. Ну, пугало еще есть. Первого уровня пугало. Угу. Бэтмобиль. Вот это что такое? Непонятно. Давай попробуем. Ну ты посмотри, вот по плевку. И уже все, ребят, уже. Ну куда? Капитан Холод, я так понимаю, он даже. Он не стреляет, его. Он просто делает, успевает щиты и все. Угу. Давай, 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 кого-нибудь рубани там хорошечно. Блин, хотя бы двух вот этих пацанов убрать. С Робином, мне кажется, потом было бы попроще разобраться с одним. Но вот эти вот пацаны, которые тут. Все, началось. Ну давай второго пацана вали. Справимся, интересно, или нет? Он хиляется, да? Он хиляется, ребят. Вот, красавчик. Ну неужели, твою ж налево. Прошли, друзья мои, прошли. Так, а вот награда у нас. Я не знаю, зачем вот эти вот осколки. Так, что-то нам перезагрузка. Перезагрузка 52 секунды. Соответственно, у нас. Вот Дедстрайк. Вот он, стрелок этот, Дедстрайк. Поехали. Франкенштейн. Выпал мне. Ты специально они все это сделали. Просто специально. Так, ну теперь у нас открывается. Что такое? А, уже выполнили? Быстро вы, однако.
А здесь еще 57 минут. Так, дальше что я хотел? Вот. Получаем награду. Теперь здесь. Тут каких-то 50 дверей. Тут еще чего-то непонятного надо сделать. Ну, я знаю, что мы теперь можем пойти вот здесь. Не сюда, а вот сюда. Вот это же должно открыться. Так 5.30, чё? 5.30, а я прошел, по-моему, 4. А, вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хард, 28 452. 28 тысяч. Вы вот сейчас вы издеваетесь, что ли? Я не пойму. 28, ну как? Красная звезда. Это по-моему, максимал. Нет, максималка, наверное. Да ну, я не поверю, что вот этими отрядами они прошли. Хотя можно, тут можно глянуть, ребята, даже показываются нам. Причем он взял тоже всех синих. Непонятно, какого уровня они, видишь? Ничего себе. У меня таких бойцов-то и нету. Этой нету, вот этой нету у меня. Ого. Она рисунула чувачка, которого здесь не было. Фиг ли так не играть-то, ё-моё, блин. Ну и то, ребята, и то, я смотрю, он тут вообще. Как она выстрелила там, нифига себе, с одного выстрела. Хоп-хоп. Не, ребят, я... Ну, смотри, вот здесь тоже он прошел 30-ка, 30-ка, 60-ка, 40 и 40. Одиннадцатого уровня, один. Да не может быть, чтобы он ими прошел. Смотри, всех взял синих. Ну-ка, дай-ка я гляну. Неужели вот этим отрядом 11 уровней он прошел здесь? Да быть такого не может. Как у него это получается? Я не могу врубиться. И все. Ну и считай, победа у него. Как он это умудряется сделать-то, а? Ну дай-ка я попробую. Я попробую. Так, синих. В синих надо взять. Побольше синих. Слушай, а, у него этот был прокачан до 60 там какого-то уровня. Давай просто проверим.
28 тысяч. Ну, допустим. Я только одного уничтожил у него. Вот это самый мощный удар, ребят, который он мог сделать. Все. Капитан Холод отдуплился. Грут, ну какой-то просто бесполезный. Я не знаю, ребят. Вот он воскрешается опять. Кого-то бомбить пошел. Пацана, правильно, так и надо ему. Вот этих вот двух, пожалуйста, бомбаните вот этих вот с краю, который... Вот этот вот пожарник вшивый, который просто уже раздражает меня. Два раза он бомбит, понимаешь? Два раза он стреляет. Ну... Есть, ребят. Да подожди, я не понял, почему 5.30-то не проходит? 6.1 уже тут. Что-то, подожди, что-то не то. 5.30 пройдено. Ну да, все, ребят. Ой, а это кто у нас тут? Опять донатный чувачок, что ли? Ух ты, нет. Чё ты, чё ты там говоришь, не могу понять. Так у меня нет таких жетонов. Вы уж извините, таких жетонов у меня нету. Ага, вот они, кстати, их... А где получать-то их я должен? Да, чувачок крутой, легенда. Купи, говорю. Купи. Синестра. Нет, я не буду покупать. Я буду страдать, но покупать у вас ничего не буду. Я буду все своими силами. Так, что у нас там? Забираем. Отдайте мне 5 карточек на призов, пожалуйста. Дальше. Здесь получаем пояс. Еще. Заберу все награды, которые тут успел. И открываем. Попытаемся. Ну, давай что-нибудь путевое-то. О! О, друзья мои. Элитка. Мистер Фриз. Вот так. Ну, хотя бы нового персонажа получили. И то спасибо вам за это. Давай дальше смотреть. Так, Франк. Следующий. И вот это вообще, ребят, беспонтовщина какая-то. Оу, да, друзья мои. Это пингвин. Немножко удивлен. Приятно, когда выпадает новый персонаж. Вот нам выпал пингвинчик, например, сейчас. То есть два персонажа сегодня новых у нас есть. Что опять-то тут у нас? Эпик. Давай. Так, что-то новенькое, да? Что это у нас? Подожди, дай-ка я... Ага, сюда надо кликнуть. Поиски. И что это? Какой-то пазл собираем. Ого.
Что тут происходит? Всяких кристаллов. И куда это? Для чего это все? Вот это я тоже могу найти, да? Подожди-ка, там, по-моему, вот так вот. Мировой чат, ни одного русского, ребята. Ни одного. Корейский и английский. Блин, я, наверное, один единственный, кто зашел сюда и создал клан русский. Ну, пока он пустой, потому что, ну, никого нету, ребят. Так, это я забрал. Здесь мы опять что-то выполнили. Вот эти осколки нафига не нужны? Я не видел пока, чтобы их где-то можно было бы применить. Ну, и ничего, да? Честно говоря, вообще, я не понимаю, что я делаю. Я просто кликаю туда, где у нас что-то есть, друзья. По-моему, я, блин... Возможно, кто-то что-то пишет кому-то куда-то, я не знаю. В общем, я пошел проходить то задание, которое я хотел. Или давай, наверное, мы в следующей серии это сделаем, да? Вот это вот. Да, наверное, будем в следующей серии, потому что и так сегодня долго затянулись. Эти бои меня сегодня немножко аж выбесили из себя. Так что нужно сделать небольшой перерывчик. Ну что, друзья мои, на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.